Начинаем разбирать альбом Kingdom Made. Пепел на худи. Артемьев Дмитрий Олегович родился 28 января 2002 года в Каменске-Уральском. Российский эстрадный исполнитель и звукорежиссер из... Многоточие. Первый широкоформатный альбом нашумевшего исполнителя «Пепел на худи». Стремительную популярность артист начал набирать после сниппета своего хита «Заново завоевать», выпущенного в апреле этого года. Первые догадки о появлении нового альбома стали появляться еще в конце прошлого года. «Худан» отличается железным и объемным звучанием, приближенным к жанру супертрэп. По изначальным соображениям альбом раскрывает яркие моменты из жизни Димы, истории о больной и хорошей любви. Не большой, да? О больной и хорошей, да. О своих друзьях и не менее серьезные вещи. Не менее серьезные щи. Ранее был выпущен два сингла альбома «Заново завоевать» и «Звезда упала». В качестве гостей выступали Sled Crank, выступили, и Weza. Ну вот он, да. Также вместе с альбомом реализуется мерч Димы. Были треки, которые не вошли в альбом? Да, 27 сентября «Худан» слил трек «Колыбельная», «Сунтилевый», «Живый», «Звездранный», 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 «Слабый». В день релиза альбома некоторые сразу можно было жить, не выходивший. Причины таких изменений оглашены не были. Кстати, такие перестановки могли быть одной из причин переноса альбома на неделю. Но, тем не менее, он здесь. Интересно. Слушай. «Пепел на худи». Да. Или «на худи». Да, ну, «на худи», да. «Звезда упала», слушали. Окей. Ненадолго. Погнали. Слушаем внимательно. Ну, судя по тому, что там нам пообещали мрачное звучание, ну, мы видим замок, да. Видим замок. Луну и все вот это. Волки, ауфы, все как надо. Здесь, соответственно, должно быть что? Dark trap какой-то, да? Что-то очень жесткое. Обволакивающее нас атмосферой. Ну и интересный звук, как минимум. Замок или замок. Ну. Слушай внимательно. Let's go. Описания нет. Фокус. Российский сонфузировали. Сейчас как? Флэш. Флэш. Да. Старичок из Красноярска. Да. Ну, этот трек должен быть и открывающим релизом. Что-то между нами, может, мы любим, но это вряд ли. Все нормально, все в порядке. И дождик одиноко умывает мои окна. Рейджик тут проскальзывает, да? И снова твое имя в моих мыслях ненадолго. Ты знаешь, мне не важно, что было то, что будет после. Пускай говорит каждый, что я никто и кто-то после. Синематик какой-то, да, нагнетающий нам просто показывают с драм-партией Ханса Циммера, да, жесткого. Именно с драм-партией вправо на сцену. Сядет со мной рядом, увидит, что мне очень плохо. И снова твое имя в моих мыслях. Ненадолго. Скрипка ничего в левой даже, басон перегружен. Yeah.
Так. Ну, по звуку довольно неплохо. Чистенько стоит капа. Да. Скрипочка. Не знаю, немного разрозненно звучит скрипочка и драмка, которая циммеровская, да, вот в середине. Трючков, потом перегрузик с рейджем. Немножечко такая хаотичная мешанина. И синематик есть какой-то, и рейдж проскакивает буквально в нескольких слогах, да, во всем треке. Сложно в голове это собрать. Насчет целостности. Сейчас. И снова твое имя в моих мыслях. Да, очень высокая опасность. Ненадолго. Слишком влево уведена скрипка. Чуть потише бы баланс и чуть ближе к центру. Не надо. Ты знаешь, мне не важно, что было то, что будет после. Вот здесь, да. Вот это нагнетающая вся история. Та-па-та-та-та-та-да. Та-та-та-та-да. Та-та-та-та-да. То ли поп, то ли рок, песня какая-то. Чем давай надопада? Снегопада, водопада, хуй знает, что-то такое. Ну, хорошо. Что касается попыток, да, необычной работы в центре по звуку. Его слышно нормально. Собрать сложновато в голове это. Ну, по крайней мере. Пускай говорит каждый, что я никто, и кто-то после. Угу. Он сядет со мной рядом, он видит, что мне очень плохо. И снова твое имя. Да, какие-то прям рандомные, да, и синематики, бля. Вот это тоже, да? Вот что это? И снова твое имя. И снова твое имя. Моих моих. Ну, допустим, допустим. Ну, в любом случае, это необычно. Хорошо. Идем дальше. Все, чем дорожил. Снова ребята, да, эти двое? Я каждый день прошу Всевышнего меня любить, но это вряд ли мне поможет снова не грешить. Осознаем и залезаем на эти ножи, и постепенно я теряю все, чем дорожил. Семья, тебя. Расстояние между людьми. Они все пьют только по яйцам, ведь не доросли. Я забываю все нотки в конце кизара, да? Они напоминают о себе извинениями. Дал ей шанс, дал два, все проебла. Уже не знаю зачем, но подбираю слова. Все одинаково смотрят на деньги и меня. Тогда скажи мне, сколько стоит моя голова. Я каждый день прошу Всевышнего меня любить, но это вряд ли мне поможет снова не грешить. Осознаем и залезаем на эти ножи, и постепенно я теряю все, чем дорожил. Семья. Рэп, уходи. Ты за мной, я курю. Ты со мной, я люблю. Короче, я терплю эту боль. Короче, идеи, да. Вот мне нравятся идеи, неплохие он делает. Но пока как реализовано, честно говоря, сыровато звучит. Реально. Идеи ничего. Даже вот эта, да, история. Людьми.
Да раз, ни. Нахуя, ни. Извинение, ми. Да, опять же, идея хорошая вот здесь, да? Если я тебя... Деньги... Да, что-то, да. Москва, друзья, всегда... То есть развитие есть в припеве. И в идее есть развитие. А утрушечка есть. Вот. И учитывая, что гигантское количество экспериментов, постоянно ему приходится куда-то заходить, чтобы что-то пробовать, да? И по итогу какого-то фирменного флоу, который бы, ну, был прям точно отточен, мы бы точно понимали, что это он, пока я не могу уловить вот из двух песен. Пока я вижу попытку дать интересное звучание. В этом плане, в принципе, как будто получается, да. Заново завоевать. Let's go. Это было синглом, да, как я понимаю? Перебрался из холода в теплые края. Жаль, что ты уже моя. Я бы хотел тебя заново завоевать. Заново завоевать. Заново не понимать. Самого главного. Если бы ты могла знать, как я хочу тебя заново. Заново завоевать. Заново. Не прошло и полгода, как я влюбился в тебя заново. Моя память хуевая, но я не забуду ту встречу. Да, эта хуйня сейчас заебет через одну четверку. То есть вот это завирусилось, скорее всего, припев, да? Заново на E-Type. Да, могло неплохо залететь. Всех ты самая умная. И все мои проблемы пропали на фоне твоего присутствия. Я не брал деньги у мамы и папы, их не было рядом. Но мои зарплаты стали покрывать всю тоску и утраты. Нет, я круто, не что убрал. Это моя проблема. Я благодарен, спасибо вам за гены. Сам возводил для себя все эти стены. Сам понял, что нужно делать, чтобы быть первым. Сам понял, как стать белее среди белых. Самым белым среди белых, мэн. Отдавал, не прося взамен. Чтоб понять всю суть проблем. Ошибался чаще, дым. Ошибался каждый день. Только я и моя тень. All the bitches want my fame. And again, again, again. Заново не понимать. Самого главного. Если бы ты могла знать, как я хочу тебя заново завоевать. Тут, блин, ну короче, там вот очень много, короче, попыток, короче, да. Да, базару нет. Вот эта тема рабочая, 100%. Прошло я полгода, как влюбился в тебя заново, да, ну. Допинга. Всеми проблемы пропали на фоне твоего присутствия. Не брал деньги мамы, папы, их не было рядом. Стали покрывать всю эту доску, пам-пам, припев. Угу. Ну, абсолютно разное звучание этого трека и предыдущих вещей. Ну, если говорить про треки, ну, вероятно, это да, самый рабочий на данный момент трек, потому что очень экспериментальный до этого треки. Короче, он старается не делать тайп какой-то трэш, чтобы не теряться на фоне гигантского количества материала, и все такие, ну да, трек нормальный, но ничего особенного. Ну да, трек нормальный, но вот тут как-то вот как все, да. Ну да, трек нормальный, но что-то очень ровно, чтобы вот такого не было. То есть лучше мы будем говорить, что там что-то недоработано индивидуального, да, что-то недоработано сложного, как в первом-втором треке. Здесь тоже, допустим, да, по куплету. В целом он же относительно недавно делает, ну там пару лет, да. Но так, чтобы прям вот укрепился. Неплохой трючок, сильно выбивается из звука. Предыдущих двух треков. Да. Следующий трек. Дай мне. Let's go.
Они стали ближе, я не доверяю. И другой трек, да, по звуку? Это пищалка, да, это ебаная, вот она прям на капе стоит. Я благодарю Бога, что они меня. Дай мне понять, дай мне понять, дай мне. Ебать. Да, вот это все плохо. Дай мне понять. Старый Аглистефан, как будто бы, да, такой. Перегруз на бите. Пиздец, жесткая мишень заново. Они стали ближе, я не доверяю. И даже если знаю, его проверяю. Каждый раз, когда я с зеркалом встречаюсь, я благодарю Бога, что они меня. Дай мне понять, дай мне понять, дай мне. Каждый из нас делает это втайне. Она хочет знать, что сейчас мы в спальне. Мой братишка позвонил, сказал, что он подавлен. Мой район не может спать в районе. Нет, такая яма вот здесь, да? После обволакивающего атмосферы этого бита нельзя такой обрыв делать. Это пиздец, выбивает вообще жестко из вайба. Тем более перегруженный такой басок, да, и вот эта вот история. Нет. Можно было бы мелодию убрать, лучше бы мелодию убрать, бас оставить. Ну, на крайняк наоборот, но просто, да, такую яму кидать в пустую, это пиздец. Мой братишка позвонил, сказал, что он подавлен. Мой район не может спать, в районе мало спален. Я всегда догадывался, что я уникален. Доверяют моим трекам больше, чем любимой маме. В целом ритм, да? Подавлен. И он не сможет спать в районе, мало спален. Какая-то такая игривая инфантильная ритмика, да, на сложный битос. Хотел тебя собрать, просто хотел получить. Не приходилось убиваться, чтобы сделаться большим. Стали еще ближе, и между нами все как будто дышит. Сделай мне лаву, сделай мне солнце. Она сделает без вопросов. Никого рядом, но тебе можно. Для тебя это не сложно. Дай мне понять, дай мне понять, дай мне. Каждый из нас делает это втайне. Она хочет знать, что сейчас мы в спальне. Дай мне понять, дай мне понять, дай. Да, на сайте, кстати, обсуждается, да, уже этот релиз. Да, вот я про сайт. Да, блядь, эти кто хиты, просто все припевы форсятся, просто потом куплеты кидают, но мне нравится. Не, пожалуйста, пожалуйста. Кайфуйте, я же не против. Заново завоевать неплохо работает. Вообще, короче, у чела очень хорошее становление айдентики происходит на данный момент. То есть в целом он звучит необычно. Пусть и биты, как бы, которые выбраны, там, то E-Type, то там электроник трэп какой-то, джазик, да, там, New Jazz. Поэтому, как бы, ну, да, модное звучание, актуальное, без базара. То по ритмикам, да, он туда вписывается, хуй пойми как, в эти куплеты. Некоторые вещи он не погружается, просто рассказывает, да, как-то очень ровно. Но какие-то парты прям очень работают. Мне понять. Припев что-то как будто бы, да? Приходилось мне высокого рядом. Для тебя это не сложно. Дай мне понять, дай мне понять, дай мне. Каждый из нас делает это в тайне. Она хочет знать, что сейчас мы в спальне. Дай мне понять. Ч
еще можно было разъебать, конечно. Но припев более или менее рабочий. Реально, припев более или менее рабочий. Как будто бы даже концертник, да, как и предыдущий трек. Как будто бы концертник, как и можно прям залететь с них с обоих и раскачать зал с этих припевов. Заново завоевать и дай мне, без проблем. Очень неплохо. Плохо себя. Каждый из нас делает это в тайне. Она хочет знать, что сейчас. Да не знаю, нормально звучит по свидосу. Слышно его? Даже учитывая, что бас перегружен жестко, его слышно? Нет. Как раз таки до свидоса тут в последнюю очередь хочется доебаться. А вот до того, как он реализует эту историю, ну такое, бля. Далее. Tonight. Carter Young, Dex, Mendes, Spoken. Sled, Crank. Let's go. Все тихо пытаются меня понять. У меня из кэша не хотят его отнять. Уже не знаю, может, и поможет. Мы с тобой рядом, но мороз похоже. Вообще по-разному, да? Ты представляешь даже, как много музыки в моем гараже. Каждая строчка про тебя, как будто музыка твоя. My baby can't go sleep tonight. Все тихо пытаются меня понять. У меня из кэша не хотят его отнять. Прямо сел мне на плечо, их взгляды могут убивать. Убивать. Нам надо, надо, нам надо, надо, нам надо. Я поднимаю зарплату, делю на малышку своего брата. Нам надо, надо, нам надо, надо, нам надо, надо, надо. Нет, ты не знаешь, что такое поднимать. У моих пацанов вес, они не станут убегать. Я не ангел. Вот во втором уже, да, парте какие-то однослоговые, двухслоговые, небольшие слова кидаешь очень быстро. Бам. 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 То есть хорошо тянешь на голосе. Да-да-да-да-да-да. Так, 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 так. Ломается вайп от этого. Yes. Нет. Понимать. Да-да-да. Поэтому ломанный флоу кажется. Нам надо, надо, нам надо, надо, нам надо, надо, нам надо, надо. Нет, ты не знаешь, что такое понимать. У моих пацанов вес, они не станут убегать. Это норм. Фишка его еще в том, что он в принципе, вот только что разбирали мы рейджик треки, да, он неплохо погружается. То есть он не стесняется. Он не стесняется орать на похуй. Может, ты поможет быть собой тобой рядом, мороз по коже. Я знаю, ты не представляешь даже, как много музыки в моем гараже. Фишка про тебя. То есть он не сдерживается, да? И пусть даже это звучит где-то не оформлено. Знаете, как харизма там Худрич Луки, да, и Бобби Мелло условно на некоторых треках, которые просто вот так и он. Но лучше делать так. Если выбирать между скованностью на рейджи, это вообще ГГ. Когда челы стесняются, да, рейджить, это пиздец. Все, сразу минус.
Пусть лучше будет так, и потом со временем оно отшлифуется и будет норм. Сырость в целом в релизе слышится конкретная. Но творческая нотка и любовь вот к этой теме, она есть. Почему любовь? Потому что если человек не любит и не чувствует это, он не сможет так орать, рейджить, да, работать на таких битах, чтобы они прям получались. Да-да-да-да-да-да-да-да. То есть и в припевах, да, вот эта вся его история, она довольно живая. Поэтому в этом что-то есть, короче. В этом что-то есть. Вот здесь тоже, да, вот это все. Нет, вот здесь, да. Угу, сорян. Уже не знаю, может, ты поможешь. Мы с тобой рядом, но мороз похоже. Я знаю, ты не представляешь даже, как много музыки в моем гараже. Каждая строчка про тебя. Как будто музыка. Да, вот это слабо. Рейджик лучше. Вот это прям выбивается сильно. Сыро. Вот здесь он себя сдерживает. Так прям ровненько вот встал перед микрофоном и записал. Нет, каждая строчка про тебя. Хуй его знает. Как много музыки в моем гараже. Каждая строчка про тебя. Как будто музыка. По поводу альбомов на Boosty зарубежных, там, Оливии, да, и прочих ребят, блядь, и Киллер Майка, и всех-всех-всех, братва, вот. Как только, так сразу, да. Вот все, что могу сказать. Сам жду, ничего не слушал. Реально. Короче, вот опять та же самая история. Мне нравится то, что он делает... творческое какое-то дерьмо, да, он делает творческое дерьмо, он смешивает всякие вещи. Пока это выглядит достаточно сыро в некоторых местах, но за счет кочевых и харизматичных кусков припевов он как будто уже сейчас может выступать, не знаю, на концерте или на клаб-шоу. Были ли какие-то выступления, если у него? Вот, прикольно весьма. Прикольно, это уже может работать. Сыроватый, но очень живой артист. Это заебись, что он живой. Вдохновение. Let's go. Они спрашивают, где я беру вдохновение. Родные улицы из грязи воспитали гения. Я вижу, как они пытаются пробиться в медиа. И почему-то про меня забыла Википедия. Вспоминаю, признавать сам себе врать. Я постепенно привыкаю тебя забывать. Предавать, изменять, но не понимать. Обесцениваем чувства, меняем кровать. Вспоминать, признавать сам себе врать. Ща везут Рики из Нидерландов. Vivienne Westwood, ремень, это правда. Они не знают, что там за МКАДом. Но регионы молчат об обратном. Я хочу знать, who's made my brain. Я без диплома поднял фейм. Все позади отбросил тень. И вот теперь you know my name. Вы мне не обязаны, я не госпошка. Мне привязались отголоски прошлые. Как будто бы один из лучших куплетов на альбоме. Куплетов именно. Потому что все фишки была в припевах. А ну тут наоборот. Глагольный припев с очень сомнительными акцентами, да. Звучком. И вот тут вот слово обесцениваем куда-то убежал куда-то. А вот второй куплет, по-моему, это то, что надо, бро.
Мне ща везут Рики из Нидерландов. Вивион Вестфуд, ремень, это правда. Они не знают, что там за МКАДом. Первые две строчки такси. Я хочу знать, who's made my brain. Я без диплома поднял фейм. Все позади отбросил тень. И вот теперь you know my name. Yeah, yeah, yeah. Я не обязан, я не госпош. Ко мне привязались отголоски прошлого. Я им говорил, что уже невозможно быть со мной на одном уровне. Все мои пацаны вокруг сказали, что я фьюжн. Все мои пацаны вокруг сказали, что I'm future. Все мои пацаны вокруг сказали, я next stop. Все мои пацаны вокруг сказали, я. Вспоминать, признавать сам себе. Вот это хорошо, вот это охуенно. Вот это такси, норм. Вот хорошо, вот хорошо. Вот это прям кайф. Прям крепко. Самые крепкие куски из всех куплетов на альбоме пока что. Более-менее неплохо. Очень средний припев. Вот как и в принципе во всех треках, какие-то куски хороши. Какие-то куски, вот которые вот, творчески щелкнуло, что вот, вот это сделать, так сделать, это, о, а вот так, вот так. Что-то получается, ну это круто. То есть альбом такой, альбом-эксперимент на некоторых хитовых припевах, на которых в принципе может держаться выступление и релизы в целом. Но расти типа есть куда прям, ну вообще, да, то есть только начало вообще. Это, я скажу так, это даже не начало раскрытия его потенциала. Потому что Рейджит, он когда погружается уверенно, мягко читает уверенно, в ноты попадает надо, да. Намешал мешанину разную и, в принципе, гуляет по ней, да. Окей. Она привыкает тебя забывать, предавать, изменять, но не понимать. Обесцениваем чувства, меняем кровать. Вспоминать, признавать, сам себе врать. Я постепенно... Да, просто прощупывает. Это, короче, проба пера, да. Просто проба пера вообще. Максимальная просто. Максимальная проба пера. Да. Она привыкает тебя... Такие релизы интересно слушать, на самом деле. Предавать, изменять, но не понимать. Ну куда, ну куда, ну куда? Ну заебал он уже вот здесь этот припев однообразный. Просто пиздец. А он продолжается и продолжается. Я тебя понял, бро, короче. Давай аутро слушаем. Да, следующий трек. Так, так сложилось. Let's go, let's go, go, go. Так сложилось, настало мое время говорить. И мое настроение влияет на мой хит, но не влияет на мой ритм. Я дал адлиб, и они все прохавали. Забавно общепит, я выкашливаю музыку. Болею ноебу, я заражаю студию. Я зарождаю готику, я делаю м-м-м. Я вылез с региона, я хочу эту Москву. Так сложилось, так сложилось, м-м-м-м. Я пачки к пачке приложилось, м-м-м. Да, это НК, Юника Р и Шеловца. Липчик, да? Здесь, опять же, абсолютно другая история. Чисто микстейп, да? Чисто микстейп с определенными нотками, чтобы это можно было связать. Пачка к пачке приложилась. Приложилась, приложилась. Эту сумку я сам купил, эти тапки я сам купил. Сам купил, я сам купил. Ремень я сам купил. Эти деньги я долобил. Эти деньги я полюбил. What you know about my deal? What you know about me? Так сложилось. Так сложилось. Ну очень, бля, как будто вообще нереально старый трек. Просто вот он какой-то пару прикольных моментов отработал, да. И решил записать этот трек. Прям вот вообще, ну не знаю, как он ему самому нравится, нет? На таком мягком. Сырой, очень-очень трех. Так сложилось. Пачка к пачке приложилась. Очень сыро, правда.
Следующий трек «Минерал». Уэза. Только что слушали, кстати. Да. Давай, слышите, да, как звучит трушно? Я вот про такую хуйню, да? Чё там донат пришел? Матвей, подскажите, пожалуйста, когда ждать ёбаный компот Пусси Киллера? Ёбаный компот Пусси Киллера, вероятно, ты говоришь про альбом Пусси Киллера, он в голосовании был, да, в телеграм-канале, о чем мы говорили 500 миллионов раз на протяжении хуй знает какого количества времени, и самое главное, это было в телеграме написано сегодня вот здесь. Вместо того, чтобы возмущаться и задавать охуительные вопросы и тратить даже 500 рублей, ты мог посмотреть здесь, да? Вот здесь, бро. Можешь посмотреть, почему и кто, где как распределен. Ну, как-то так. Спасибо тебе большое за поддержку, бро. Хотя бы начни. Доначу трек Pussy Killer Club. Хотелось бы альбом. Всем добра. Флом Лов. Спасибо тебе большое, бро. Но прослушивание трека стоит 10к. Вот, за 5хат спасибо, можешь добавить 9, 9,5, и он станет в очередь, и когда мы дойдем до него, мы его послушаем. А так спасибо, бро, респект. Слушаем заново трючок, еще раз, да, обратите внимание вот на вот это. То есть вот он слышит, да, короче? Вот он слышит, что это прям такая давящая, жесткая давящая гитара. И под нее надо, блядь, орать, сука. И он это сделал. Экономил и делился, казанки днес. Даже не заметил, как я пересел на бизнес. Моя девочка красивее, чем картиночки на Pinterest. И пацаны, как целки, ща нужен этот либраз. Меня не сломай, как голос токсиса. Я рокнулся, твой мать. Хочу сейчас забирать, как рок-звезда минерал. Самый ценный минерал. Собирает минерал, рок-звезда. Я бы загост. Я бы за гост, я покину свой мозг. Я, у меня дар, но его не дарю. Я, у меня план, но его никому не расскажу. Ничего, вот это ничего. Да, вот миллиард, короче, экспериментов, да. Да, он from America, Rocket Balenciaga, как минимум. Yes, Moncler и прочие бренды. Такая вот история, да? Опять, да, опять. Какие-то куски интересные, творческие, яркие, да, кусочки. Не знаю, насколько ли интересно будет. Приветствую тебя, дружище, инсайдер. Приветствую, дружище, приветствую. Да. Приветствую тебя, дружище.
Матвей еще 500 рублей докинул. 10, нихуя себе, извините, что потратил ваше время. Чат и сам флом. Всем хорошего стрима, очень жаль. Видимо, там альбом в голосовании соснул жирный блант Бушидо Жо. Ладно, спасибо за инфу, печаль. Да, бро, да, именно так и произошло. Именно так и произошло. Вот удивительным образом, да, вот все почему-то просят, да, на стримах, в чате, везде. И в голосовании он хуй знает какое место набрал, да. Хотя там срез реальной аудитории как раз-таки для того, чтобы не было никаких накруток, ботов и всякой хуйни, да? Репостов там, вот этой всей поеботы. Вот, чтобы не было ничего этого, там, в общем-то, проходит голосование, и все спрашивают на стриме, а в голосовании он занимает хуй знает 6-7 место, да? Не знаю, как так получилось. Что касается этого трека. Опять, какие-то прикольные парты. Какие-то прикольные парты. Живо рычит, рейджит. Очень неплохо. Да. Некоторые треки еще слабы, но вряд ли оцените только с видосы. Бит на текст на 80% вам похуй, на 70% дорожил, уже отдельное внимание имеет. Шки максимум 90 дадите, так это мать, блядь. Героини вообще две строчки в так стояли, флом, что-то похуй было. Чего ты говоришь, бро? Герои вообще две строчки не в такт стояли, потому что некоторые треки чуть слабые, оценивайте только с видос и бит на текст на 80%, вам похуй. На текст на 80%. Нам на 80% похуй на текст только в тех случаях, когда жанр, допустим, идет флексовый, да, или жанр, не располагающий к текстоориентированности. Если мы слушаем бумбэп, или мы слушаем, допустим, поп-музыку, и там направленность лиричная, конечно, он должен рассказать. Если мы слушаем плохого поца, или мы слушаем гиперпоп, то там не особо текстоцентрированный жанр, бро. Нам похуй на тех жанрах, где жанр не работает, где музыка для флекса и для покачать башкой. А где текст на подумать, музыка на подумать, да. Здесь больше репрезентативный битос. Понимаешь? Ты моя звезда, помру, чтобы совет никогда не экономил, делился. Ну да, тут я пересел на бизнес, мы девочки красивее. Репрезент, что тут тоже идет репрезент. 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 Поэтому такое, бро. Репрезент. Так, чат, да. Текст, скажем, плюс-минус, плюс-минус. Да, самый ценный материал. Ценный минерал, да. Короче, да, вот пока это просто прикольная мешанина, эксперименты, интересные работы и харизмы. Но это круто, что так есть. Очень круто. Немножечко это все привести в порядок, и это будет прям... Звезда упала, трючок мы слушали. Да. Прослушаем еще разочек. А потом сразу заключаешь трек. Как ты только не мою, чтобы никто тебя не понимал, кроме меня и моих поцелуев. Метеоритный дождь тебя проводит, прямиком в мои руки он тебя положит. Я ничего светлее не видел твоей кожи. Яркая луна, вы даже похожи. Я научу говорить тебе заново все эти слова, чтобы ты знала, только хорошее от этого мира и не вкушала плохое начало. Знаешь, они говорили мне гадости, я выдыхал свою ненависть фразами. Похуй на них, они просто не каждый день по вниманию людей. Им завидно, что у меня трудный путь. Да, им его, и они не пройдут. Они кричат свои треки, что перемешались. В твоем капе куча веществ, и теперь их не найдут. Парень почти труп. Мэн, это не труд, ты поймал звезду. Звезда упала, и я загадал такую же, как ты, только не мою, чтобы никто тебя не понимал, кроме меня и моих поцелуев. Кроме меня и моих поцелуев. Да, здесь
здесь как бы... Я говорил по этому поводу, тоже здесь что-то норм, что-то очень ровненько, что-то очень экспериментальное для него, да. Очень разный альбом. Очень разный альбом. Да. Очень разный альбом в целом. Очень разный альбом. Это хорошо, потому что, ну, такой, как я понимаю, это, наверное, его первый релиз, да? Вот, по крайней мере, как минимум такой крупный, ожидаемый. Так, ногами сингл. Дам-дарам-дам-дам-дам-дам. Собака, да, была? Релиз, эпишечка, да, была? Да, до этого. Ага. Синглы. Да. Вот, ну что-то, короче. Что-то, да. И разборись на этот трек. Мы не видели рая. Слушаем. Слушаем внимательно, что это такое. Let's go. Бэм. Я последний вдох даю тебе. Я верю, что я не просто так умираю. Я делаю давай, что перелало мне, но на глубине. Мы не видели рая. 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 Каждый день умирая от стрелы Купидона. Просто в небе днями я же на Rolls-Royce. Отойди, пацанчик, не держись ко мне так close. Она меня любит, когда я себя как Rose. Такое ощущение, что этот трек вообще самый новый, записан вот наиболее поздним. Мы не видели рая. 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 Скажите мне, пожалуйста, кто знает? Потому что это самая цельная работа. Потому что он тут со своей харизмой справляется наибольшим образом. Где замедление норм, эдлибы охуенные, чисто звучит. Это прям как будто хуйня с другого альбома, да, с его же, но с более нового. Да. Я же спел. Он в чате. А, это вот сам автор, да, как я понимаю? Last track записывал для Альбика. А да? Базару нет. Базару нет, бро. Давай сейчас накинем тебе випку, чтобы видно было, что ты пишешь. Вот этот рычаг охуенный. Да. Этот рычаг хороший. Да. Угу. Матвей отправил еще 9к. Мне похуй, я хочу. Напишите в чат, плиз, минус 9к. СС на Пуджа. Иду гангать. Есть только две вещи, которые меня притягивают. Это хук Пуджа и сучки с попками. Киска, убийца, вперед. Охуенный поток мыслей, бро. Поток сознания вообще супер крутой. Ты, спасибо тебе большое. Встал в очередь твой трючок. Да. Встал в очередь твой трючок, бро. Встал в очередь твой трючок. Молодец, да. Уважаю. Спасибо, Рычка, уважаю. Спасибо, братик, да. Спасибо тебе за работу. На самом деле, очень неплохо написано. Очень много экспериментов, очень много сырых попыток. Но творчество в этом дерьме точно есть. Железно, вообще могу тебе сказать. Да. Мы не видели рая. Мы не видели рая. Мы не видели рая.
да, как бы, то есть ты закрываешь, получается, крепким релизом. Очень скомканно, собрано, абсолютно по-разному звучит. Разные жанры, попробовал разные вещи. Какие-то концертники по припевам, какие-то треки, вот, ну вот, здесь ничего, блядь, вот нету, да, такого, чтобы... Ненавистый, это Казем Рокер, я же звезды, я же на Роллс-Ройсер, это иди, пацанчик, не рискай, мне так Клоузер. Любит отдаю себя, как Роузес. Ну вот, блять, вот. То есть, если все эксперименты и в целом творческий подход и звучание будут вот в таком качестве выдержаны на следующем релизе, ну окей, будет охуительно. Как-то так. Да. Ну этот трек точно лучший. Как будто даже давайте добавим его в плейлист мейнстрим. Да, плейлисты наши здесь находятся. Вот здесь будет трек. Да. Чё? О чем ты говоришь, бро? Айдентика есть? Да, есть айдентика, 100%. Ну, это прям вот начало, пиздец. Вот пиздец, какое начало. Да. Да, очень неплохо. Альбом, да. На сайте уже, кстати, обсуждают, да, на сайте уже здесь обсуждают этот релиз, и, соответственно, люди пишут комментарии, да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Актуальность, актуальный жанр. 5 баллов, конечно же. Рифмы и образы. Местами хорошо, местами куча глагольного пиздеца. Где, от 6 до 9. 7-8. 8 как будто бы нет. 7. Структура ритмика. Очень хорошо идлибы поставлены. Иногда излишние переборы в контрастах. Типа там... В припеве, я помню, да? Где рейдж жесткий идет, потом очень ровный просто, очень ровная строчка. Потом ямка была совершенно без инструментала, первая строчка в куплете. Такое тоже, да. Что касается концепта, концепта нет, потому что, ну, все-таки очень разный стиль, очень разное качество, разное звучание. Бля. Ну, разнообразие есть какое-то. Вроде норм. Какие 5 баллов? Учила строчки. Бро, ты вообще о чем говоришь? Трендовый, актуальный жанр. А ты в первый раз да на стриме. Приветствую тебя с подключением. Все будет хорошо. Ты главное не переживай. Тебе можно просто не писать пока комментарий, а чуток посмотреть либо видосов на канале, либо стримов. Да, и все будет хорошо. Реально, сбереги свои нервные клетки, братик. Все будет супер. Все будет охуительно. Да, все будет супер вообще. Прекрасно, удивительно, замечательно. Блять, наилучшим образом. Да. Так, структура, ритмика. Ну, наверное, 7, да. Наверное, 7. Челик сам начал трансляцию, хуй сосет исполнителя, прям хейтер. Ну, имеет право, что делать. Для того исполнителя выставляет свое творчество, чтобы с одной стороны, блядь, у него были пиздец хейтеры, которые срут все, что он делает, вне зависимости от качества. С другой стороны, фанатики, которые хавают любое дерьмо, хоть на сына ебало. И где-то по центру люди, которые хотят послушать хорошей музыки, пытаются разобраться и как-то более или менее, да, конструктивно подходят. Мы типа претендуем... на центральных челиков, да, которые дохуя могут в объективность. Но мы лишь претендуем, да. Мы, когда я говорю, наше сообщество, рисы за творчество и критики наши, и энтузиасты, все ребята, которые пишут рецензии. Да. Так. Реализация стиля. Вот тут хуй знает, честно. 7 как будто много. Много вот неотработанных вещей. 6 пока поставлю, правда. Индивидуальность, харизма. Какие-то вещи на 9 сделаны, бро. Какие-то вещи на 6. Вот 7-8, да, тоже. 7-8, блядь. Знаю. Могу, блядь, так, здесь 7. 6, наверное, жестко, особенно учитывая неплохое сведение.
8 много. Как будто все семерки получаются. Атмосфера, вайб. Какие-то треки прям 3, да, прям вот, ну, жесткое начало, да. 2 вряд ли, да, 2 нету практически партов. Какие-то треки 4. Последний трек 4-5. Вот средний, да, 4-5. Но в целом ближе к тройке, да, склоняюсь. Много сырого материала. Пока тройка, наверное. Вот в районе вот такой истории, типа 3-4, как бы, но как будто 3. На 4 маловато, да, маловато целостности и скиллзов. Вот так вот. Баллы проебали. Ну, сорян, братва, бля. Ну, вот я объясняю все, что могу, да, почему это так. Здесь, да, вы по 67, да, у вас было? Вы, походу, вообще проебали бы в любом случае, да. Вот, ну вот пока так, да, 4. 4. Бля, ну могу 4 поставить. Вот между 3 и 4 есть треки интересные, припевы какие-то на пятерку есть, да. Могу поставить 4, да, балла. Ну, один у вас это, походу, не лечит, да. Да. Как-то так. Ждите мяса. Да, спасибо, бро. Спасибо за восприятие субъективного мнения, подкрепленного аргументацией, да, опять же. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. 3-4. Ну, не знаю, 4 как-то за целостность не идет, да. Честно, вот 3. Хотя за счет идентики какой-то интересный. Вот этого мешанины, да. 3-4. Короче, 3-4, да, вот такая вот хуйня, да. Не знаю. 3 как будто мало за счет... Знаете, 3 не хочется ставить, потому что яркие некоторые парты он сделал хорошо. А 4 не хочется ставить, потому что не целостно реализовано. То есть как будто вот здесь, да. Поэтому, наверное, пусть будет 3, да. 4 много. Но мне тоже кажется, что много. Точно 3 за вайп. Наверное, да. Вот как-то так. Что касается людей на сайте, которые обсуждают эту историю, что они думают по поводу этого альбома? Пепел на худи, который не зарегистрирован на сайте. И как только он зарегистрируется на сайте, он что сможет делать? Он сможет, конечно же, у нас замечательно ставить авторские. А ну, в принципе, у нас что? У нас, в общем-то, так оно и есть, да. Все, кто оценивал, они точно так же думают, да. Да. И верифицированные пользователи, и зарегистрированные пользователи, и Александр Фломастер, да, тоже так думает. Вот, так вот, после того, как артист Пепел на худи зарегистрируется на сайте, вот видишь, да, бро, какие жесткие рецензии пишет, 40, 80, вот, они могут, ты сможешь ставить авторский лайк, то есть, если ты прочитал какую-то работу и согласен с конструктивным мнением, да, положительным, отрицательным, без разницы, каким-то тебе там что-то полезное было, или ты понял, что чел тебя понял, или какую-то критику он дал, которая тебе полезна. Ты ставишь, и, но только на тех работах, на которых ты участвуешь, только там, где ты автором являешься, у тебя будет возможность ставить фирменные лайки. На других работах, если ты это будешь делать, ты будешь просто ставить лайк вот сюда в кучу, как и все, как и вот не быдло, как и вот я. И все прочие фирменные лайки доступны только авторам. Да. Спасибо, ребят, большое. 63, 77, 79. 83 балла. Дэм, бро. Это хорошо. Родные улицы из грязи воспитали гения. Для меня это кандидат в топ-3 альбомов 23-го года, возможно, даже номер один. Допустим. Рифмообразы 8 баллов. Тут нужно пояснить. Текст очень хорош в рамках жанра и сюжета. При желании, если вдуматься, песня складывается в одну историю. Я вижу ее так, если кратко. Герой движется к успеху. Он весьма наивен и доверчив. Первая сильная любовь, расставание, измена, охлаждение. Он уходит полностью в работу, получает неплохие доходы, а в сердце холодно. Встречает новую девушку, страстно увлечен ее, но боится потерять этого ангела, чтобы сохранить чистоту отношений и верно защищать себя и ближний круг забором от прочного и опасного внешнего мира. В общем, построил свое персональное королевство, как в названии альбома. God damn it. Но, к сожалению, на 10 баллов не дотягивает. Есть недоработанные тексты в треках, сырые места, например, вместо нормальных бриджей подаются какие-то междометия. Ну, типа фишечка. Определенную расшифровку нам известна только фанбазе, либо это японское заклинание, я не знаю. Ничего, встречаются повторы в разных таких треках, образуя интро и аутро бридж. Структура 10 баллов. Альбом четко выстроен, работает. Воу, щищ! Выигрышно используется рейдж в трех песнях. Tonight, Mineral, мы не видели рая. Атмосферовая 5 баллов. Индивидуальность и харизма 10. Самобытный артист, очень тонко чувствующий музыку. Вот это база, то, что он очень точно чувствующий музыку. Но харизму пока наполнить определенные выбранные жанры, как будто бы
Ну, мнение имеет место быть. Атмосфера 5 баллов. Есть мнение, что для оптимальной оценки музыкальной работы надо послушать ее в разное время, в разных состояниях. Для проверки мной был выбран этот альбом. После пятничных посиделок в теплой компании с вином и песнями под гитару настроение было приподнятое. Вернувшись домой, включил этот альбом и чудесно наполнил вечер. Зашел на Ураде в следующий день, на свежую голову послушал второй раз альбом. Понравился еще больше. Тренды, все актуальность, 5 баллов, база. Рэп-трек, гиперпоп и рок. Да, сделано качественно, со вкусом, большая вероятность того, что альбом даже через пару-тройку лет будет держаться молодцом. Треки этого альбома расскажут о моей жизни в 100 раз больше, чем треки с альбома Анна Асти, который был разобран чуть ранее. А, ну, базару нет. Тут каждому свое. Спасибо большое за настолько... Да, вот уже еще один Лукас тут залетел. Спасибо большое. 83 балла. Приветствую всех читающих. Пишу немного пьяненький. Прошу прощения, но могут быть ошибки. Итак, приступим к разбору. Обычно начнем с пунктов. Закончу пару слов от себя. 10, 5, 5, 8, 9. Веб-атмосфера 10. Опять же, такой период жизни, когда хочется слушать лирику, а подобный опиум лирика дает абсолютно новую атмосферу. Что ли, не скажу, что ее не было, просто пришлось более по душе. Вот знаете, почему тут лепят такие высокие оценки? Потому что они, блядь, чувствуют трушность этого чела. То есть вот они чувствуют, насколько он местами выдает, да, в идлибах, в припевах, и вот это цепляет, и все остальное просто скипается нахуй, да, что какие-то там недочеты, хуеты, вот до которых душный я доебался, короче. А вот люди просто чувствуют, как это работает, да. В общем, впечатление прекрасное от прослушивания. Биты нравятся, сведение на уровне. Спасибо Флэшу и Форексу. Всем добра, обнял, поднял, хрустнул. Базар. 45 баллов, сокол, задушил, уничтожил, расхлябанный саунд. О, слово расхлябанный мне нравится, а саунд я заменю. Расхлябанная айдентика, вот, блять, прям название отличное вообще. Расхлябанная айдентика, да. Это будет название на ютубе. Не ставлю никакую планку перед ознакомлением. До этого слышал «Заново взвивать» и «Звезда упала». Оба трека не были ничем примечательным, но при просмотре свежих релизов решил дать прослушивание. С дискографией незнакомой, как показывает список альбомов, Пепел делает музыку как минимум 3 года, а значит, спускать на тормозах технические недочеты ввиду неопытности не стоит. Бля, жесткий робот, короче, будешь я ебашить, да. В целом формируется ощущение, будто автор не видит сам собственный релиз. Не ясно, что он хочет от него. Вообще аутентика присутствует. Есть атмосферно сильная работа, но погружение минимальное. Альбом никуда не двигается. Каждый трек по наполнению представляет одно и то же. Текст здесь выступает чисто заглушкой. Но должен сказать, не совсем тупой заглушкой. Шарм готической имеется. Готический текст слащавый и сильных строчек тут нет. Но главное, что он имеет стиль. Продакшн — это худшая часть релиза, которая не дает погрузиться нормально. Пепел поверх них исполняет как следует. Он чувствует, и даже несмотря, вот, да, даже вот душный он говорит, что он чувствует, да. И даже несмотря на общую какофонию, все равно удается держать на плаву, даже похвалить можно. Повсеместные перегрузы не играют на руку, нарочито они были оставлены или нет, но это режет уши, создается эффект вентилятора, и композиция становится неслушабельной. Непонятно, зачем был использован сэмпл Pound Cake, блять, который стал еще общепризнанной уже классикой в хип-хоп культуре, зачем посягать на монументальные работы. Если отбросить смысловой контекст данного мува, то технический сэмпл никак не был обыгран и является балластом на треке. Он был пихнут просто для красоты и не несет функции. Очень любит звукарь квадратный бас, настолько, что в определенный момент не надоедает злоупотребление одного и того же паттерна. Можно было хотя бы реверсировать его где-нибудь или на тональность поменять для разнообразия. Если бы не вокал Пепла и его видение инструменталов, то руина была бы, и артист отработал. Бля, видели, да? Даже вот он говорит, что нету, да, короче, интересной работы от продюсеров. Вот он жестко доебался. Тем не менее, говорит, что Пепел чувствует и разъебывает, да. Короче, вот эта вся тема, да, это все, что касается звучания. И троечка тут тоже, да. За прослушивание в голове не создается общей картины прослушанного. О чем хотел сказать Пепел, какой концепт вообще заключен в релизе. Это средний релиз без изысков. Он не раздражает, но и не вызывает желания прогнать его пару раз как массовый продукт. Отлично. Спасибо, бро. Претендент Михаил Валякин. Как образы, как рифмы, альбом очень простые. За весь альбом припев — это самое сильное, что есть. Да, база. Часто он пытается читать спокойным тембром голоса, но такую харизму у него пока что еще не получается реализовать. Да, бро, я согласен с тобой, чтобы она звучала нативно. Вот на экспрессе подтюн получается более убедительно. Бля, подписываюсь. За атмосферу вайп могу поставить только 3 балла. Релиз довольно сырой, реализация с качеством очень плохой, да более-менее слушабельный. Но сказать, что есть трек, который можно послушать и кайфунуть от него целиком — нет. Желаю успехов в музыке. Не поймал шанс стать новым фрешменом. 45 баллов.
Спасибо Пепел на Худи за данный альбом, почувствовавшим на нем гостям с Открытым ТВ, за также работающим над звуком Forks, Flash, Young Dex, Риса за творчество. Спасибо, бро. Ебануться. Спасибо, да. Спасибо. Уф. Тизер, да, тизер. Там, бля, я хотел украсть эту... Сейчас, подождите. А, расхлябанный, да? Слово расхлябанный я только взял. Все, поэтому нет, да. Я сейчас посмотрю тизер. Что там по тизеру? Тизер, вижу, да. Да, интересно. Сейчас. Голосование за премию. Голосование за премию закончилось. Да, кстати, вот 0-0-0-0-0-0-0, да. И завтра вы узнаете результаты. Они спрашивают, где я беру вдохновение. Родные улицы из грязи воспитали гения. Я вижу, как они пытаются пробиться в медиа. И почему-то про меня забыла Википедия. Да, Макс, расслабься, Дэнди. Ничего. Ща везу трики из Нидерландов. Vivian Westwood, ремень, это правда. Они не знают, что там за МКАДом, но регионы молчат об обратном. Я хочу знать, who's made my brain. Я без диплома поднял. Да. Окей. И, ну, думал, может быть, больше треков, да, можно запихать. Ну вот, немножечко. Атмосфера 100% верная. 100% верная атмосфера. Прикольная динамика. Менять, но не понимать. Да, больше чувственности, конечно, можно. И в жестикуляции, в движениях. Так в целом хорошо. Спасибо. Спасибо, бро. Спасибо большое. Спасибо. Фух, спасибо, да. Спасибо. Спасибо. Сделал выводы голосования на Boosty. А какие выводы, бро? Все проголосовали, как посчитали нужным. Никаких проблем нет. Да, да, это было интересно. Это было интересно. Трек мы оценивали, да. Так, все, братан, спасибо.